Молодые и перспективные. 10 специалистов из президентского молодежного резерва уже приступили к работе в Министерстве национальной экономики Казахстана. Сегодня Руслан Даленов провел встречу с назначенными резервистами и теми, кто изъявил желание представить свои проекты. Их выбрали из 180 претендентов. Как и предполагалось, резервисты заняли руководящие должности, такие как директор и заместитель директора департаментов в центральном аппарате и территориальных органах, а также в квазисекторе. Многие из новоназначенных специалистов имеют большой опыт в разных сферах экономики, в их числе и Асель Берназарова. Мой проект был именно в части развития экономики Республики Казахстан, блок регионального развития. Он подразумевает новые подходы в развитии малых и моногородов, как диверсифицировать их экономику и сделать жизнь населения именно в малых и моногородах более комфортными для проживания. Я буду лично работать с каждым, готов регулярно встречаться с этой десяткой, чтобы обсуждать, какие реформы, что нового можно сделать. Мы организуем специальную рабочую группу, где будем обсуждать все новации, что можно улучшить в работе по данным направлениям, и не только по данным направлениям.